Всем привет! Вы на канале «Итальянская жизнь» и это видео, вторая часть по теме «Для чего же нам устанавливают новый мировой порядок?». Я буду говорить завуалированно, поэтому постарайтесь понять, потому что сейчас можно только так, только такими словами что-то объяснить, потому что вы знаете, что существует сейчас жесткий надзор за всем, что говорится на этом известном хостинге. Коротко скажу содержание первой части. Это то, что глобалисты, которые на самом деле не совсем люди, хотя они в людском обличии, они наконец-то пришли к этой технологии, чтобы быть бессмертными, но для этой технологии им нужны наши запчасти и наши жидкости. Возможно даже, что они специально нас здесь развели, да, вот в таком человейнике, ну вот как в том фильме «Остров», который со Скарлетт Йоханссон. Если кто не смотрел, то посмотрите, этот фильм очень много вам раскроет. Так вот, возможно даже, что они нас специально развели здесь для того, чтобы использовать наши запчасти для их бессмертия. И как вы замечаете, вот эта процедура, да, которую никто не хочет делать, а кто-то и хочет. Для чего? Вот это их главное, что продвигается, да, вот именно в этой ситуации, которую мы сейчас с вами имеем, именно продвигается процедура, процедуризация населения, да, которая будет обеспечивать точную локацию каждого барана, который это сделал, чтобы в назначенный час X изъять этого барана, который будет соответствовать заданным характеристикам, которые потребовались именно в этот момент, изъять этого барана без шума и пыли и доставить по месту назначения. В общем, для того, чтобы запчасти понадобились. Ну вот понимаете, запчасти понадобились, чтобы обновить и чтобы дальше этим рептилиям жилось хорошо. И если вы заметили, в последнее время стало очень много летать самолетов, а также вертолетов. Я не исключаю тот факт, что, возможно, они уже это делают. Возможно, уже отслеживаются локации каждого барана и доставляются. Так вот, значит, с этим вопросом вам понятно, да, что главное, что они сейчас проталкивают, это процедуризация населения. Но тут возникает одно «но». Значит, если так часто будут извлекаться бараны, да, для этих самых манипуляций с рогами и копытами, да, которые затребованы в этот день у родственников, у членов семей этих баранчиков и у маленьких баранчиков будут возникать вопросы. А где же наш Ваня пропал? Да? Вот он что-то вышел на работу и нет его. То Ваня исчезнет, то Петя, то Маша, то еще там какой-нибудь Джон, да, исчезнет. Поэтому вот эти ящеры стали продвигать такую повестку, что чтобы не было семей у людей, понимаете? Вы уже слышали об этом, что они разрушают семьи, они занимаются разрушением семей. И как вы поняли, наверное, что это именно делается для того, чтобы не было никаких родственников, не было жен, мужей, братьев, сестер, чтобы каждый индивидуальный баран жил один. Значит, есть такие каналы, вы их знаете, если вы их послушаете, вы поймете, что они продвигают эту же самую повестку – отказ от семьи. И как они это преподносят? Они это объясняют тем, что якобы семья
значит, мешает развиваться духовно. Вы понимаете? Вы понимаете, что они вам рассказывают? Что якобы семья мешает развиваться духовно, и не нужно иметь семью, а каждый индивидуальный баран должен жить один. Вот такие каналы, они и занимаются продвижением вот этих вот глобалистских, новшеств, которые они нам преподносят. Это известные вам каналы, и когда вы послушаете вы поймете, что они занимаются тем же, что и глобалисты. Занимаются продвижением вот этих вот новшеств. Но хочется спросить вот у этих каналов, которые продвигают эту повестку, вот как они развились духовно, в чем это проявляется и как это помогает им выжить в нашей ситуации. Я думаю, что таких ответов у них не будет, но они развились духовно. Причем они это не скрывают даже в своих речах, они говорят, что они живут одни, развиваются духовно, да, и вот это вот рассказывают другим, значит. Для чего это делается, я сказала, это для того, чтобы баранчик жил один, и если вдруг в назначенный час X баранчик потребовался, его рога и копыта потребовались, чтобы у родственников, которых, как считают глобалисты, у них не должно быть, чтобы у родственников не возникло никаких вопросов, куда пропал наш Ваня. Значит, баранчики, которые живут поблизости, может быть, на этой улице, которую будет мести, например, баранчик, да, они могут спросить, а где же наш Ваня? Он тут улицу подметал, а его нету. Но им скажут, что Ване стало плохо, за ним прилетел вертолет, и его отвезли, значит, да. Ну, и жители этой самой улицы скажут, все понятно, Ваню увезли на лечение, да, например, вот так. То есть только близкие родственники могут задавать неудобные вопросы, выяснять, где находится Ваня или Петя, и начинать какое-то расследование, да, начать ходить по каким-то инстанциям. Ну, а если человек живет один, то им уже никто интересоваться не будет. Могут поинтересоваться жители какой-то улицы, но им скажут, что Ваня улетел на вертолете и отвезли его, значит, лечиться Ваню. Вот так вот. Поэтому глобалисты занимаются такой повесткой, как разрушение семей, чтобы не было неудобных вопросов. Причем этим ящероподобным настолько важна локация каждого баранчика или курочки, что они даже меняют карту мира. То есть теперь это будут уже не государства, а это будут зоны. Вот просто под номерами, например, там зона 1, зона 2, зона 3 и 4, там, по-моему, их насчитывается 6, если не ошибаюсь. Такая карта уже гуляет по интернету. И даже я выставляла такую новость на вкладке сообщества на моем канале, что уже Яндекс.Карты не будут показывать границы государств. То есть баранчик или курочка находится вот в такой зоне. Вот так проще его найти, не надо какие-то страны там, называть, а просто зона, баранчик и с курочкой в зоне номер 3, например. Вот и все, гораздо проще будет находить. И также обратите внимание, что у ваших телефонов есть такая функция, как местонахождение. Потом это еще называют локации. В некоторых телефонах это даже можно отключить, эту функцию. Но я уже отключала все вот эти локации, местонахождение, которые я могу найти в этом телефоне в своем и отключить. Но, однако, мне все равно Google показывает, что я снимала видео вот именно вот в этом месте. Вот я снимаю вам море, именно Ионическое море, и мне
пожалуйста, телефон показывает, где я снимаю это видео. Вот так вот, друзья. Ну и продолжение у меня еще есть, что вам рассказать. Продолжение будет в третьей части. Пишите ваши комментарии. Всем пока!